В Новый Уренгой приехала чемпионка мира по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина. Сегодня она встретилась с главой города. Иван Костогриз вручил спортсменке золотой значок. Его получают исключительно за выдающиеся достижения. Также они обсудили предстоящие планы девушки и поговорили о ситуации в большом спорте в целом. Закон об ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции претерпел поправки. Теперь нарушителям грозит штраф от 2 миллионов рублей, либо принудительная работа сроком до 5 лет. Также наказание может быть в виде лишения свободы на тот же срок с запретом заниматься определенными видами работ. В России в течение октября следующего года пройдет пробная перепись населения, которая охватит примерно 300 тысяч человек. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил провести перепись населения разными методами – через электронные носители и лично на дому путем заполнения специальных анкет.